что сейчас пройдет вакцинация, я думаю, что уже будет возобновлена активная фаза. Наша задача – сохранить этих людей как можно дольше. Для них это настолько было приятно, говорит, мы понимаем, что вы все заняты, но когда они берут в руку открытку, где детская рука неизвестного мальчика из какой-то школы пишет там: «Дорогой Петр Иванович, поздравляем вам с 23 февраля», или «Поздравляем там Валентина Ивановна, поздравляем вас с днем рождения», или «С 8 марта, желаем ученик 4 класса». Это настолько трогает.